Количество магазинов дьюти-фри, расположенных на российско-финской границе, скоро сократится. Сейчас на границе Ленобласти и Финляндии находятся 3 автомобильных пункта пропуска, которыми активно пользуются жители Петербурга – Торфяновка, Светогорск и Брусничная. В Светогорске и Торфяновке на выезде в Финляндию находится по одному магазину дьюти-фри, принадлежащих Капо дьюти-фри. В Брусничном же магазинов 2 – Нуйямма и Пялли. Обеими торговыми точками владеет выборгское ООО «Цветочная». При этом Пялли резко отличается от всех других магазинов. Он находится в 2 километрах от пограничного пункта и известен тем, что именно в нем россияне, вопреки закону, могут приобрести товары по дороге в Россию. В остальных случаях магазины отгорожены, и заехать в них можно только по пути в Финляндию. Именно Пялли ждет закрытия. Об этом каналу «Деловое ТВ» рассказал генеральный директор ООО «Цветочная» Валерий Ельцев. Тот, который ближе к границе, к финской, называется Пялли, он как торговая точка прекратит существование. Будет использоваться как склад и все. Во-первых, закон о таможенном регулировании существует, который вышел недавно, в прошлом году, где расписано условия существования магазинов беспошлинной торговли на автомобильных переходах. Одно из условий этот магазин не выполняет. Он находится на противоположной стороне выезда из России. Это основное условие. Кроме того, вот сейчас, как я уже сказал, Минюстом уже затвержден регламент магазинов беспошлинной торговли, так называемый реестр, в который включаются все магазины беспошлинной торговли. Там тоже существует это требование, оно повторено, это требование. И этот магазин это требование не выдерживает. Поэтому мы закрываем. Вариантов нет, потому что там нет условий для переноса. С одной стороны, если на этой же стороне мы не выдерживаем, на другую сторону не перенести, потому что там озеро Нуйямма. Примерно в прошлом году было так. 50 тысяч российских граждан проходило за 4 дня. Ну, у Капа очень много магазинов по России, и мы с ними, в принципе, ну, конкурируем, но не активно и не злобно. У них свои поставщики, у нас свои поставщики, мы никак, в принципе, друг от друга не зависим, потому что мы находимся на разных линиях въезда-выезда. Если бы мы на одной дороге стояли, то, наверное, бы активно конкурировали, а так, в принципе, нет. После закрытия Пялли на границе с Финляндией почти монополистом магазинов беспошлинной торговли станет Капо Duty Free, у которого более 15 магазинов на границе не только с Финляндией, но и с Норвегией, Китаем, Эстонией и Украиной.